Всем привет, ребята! Вы на канале Зуба Шпиц. И это влог. Сейчас мы идем домой. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайк. Вот наш домик. И сейчас мы идем. Мы живем на девятом этаже. Кто-то тоже живет, а очень круто, друзья. Кто-то, наверное, видит, что я влог снимаю. И вот, друзья, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать другие видео. И комменты пишите, только если они будут открыты. У меня просто на одном видео оказался открытый коммент. Вот. И, друзья, потом продолжится видео, когда мы... И, друзья, мы уже в подъезде. Проходим лапки вперед, потому что у меня блок. И сейчас я вам покажу, друзья, свой велосипед. Вот, я только, у меня папа из школы забрал. Вот мой рюкзачок. И, друзья, сейчас я их сниму. И, друзья, сейчас я буду издеваться. Повязки у нас в магазине дорого очень стоят. А еще изучать, где есть уточка твоя. Может, у нее есть такая? И, друзья, сейчас я буду. Друзья, я уже иду, я делаю себе просто. Через 2 дня будет днюха. Вы увидите новое видео. Я буду праздновать вместе с вами день рождения. Мне подарок уже. Ну что ж, берем мои духи. Друзья, это вот такие духи. Друзья, сейчас я буду делать хорошую рецепт, чтобы я всегда подготавливаюсь, когда видео снимать, когда я встаю утром. Еще. Хорошо, такие прозрачные, кстати, есть. Даже разноцветные, по-моему, были. Но разноцветные месяц должны были ехать. Они, наверное, уже изменились. Месяц не будут ехать. Друзья, если мне сейчас что-то тут видеть, это я в школе писала ручкой домашку,
То есть мы проверяли, дописывали, нам еще давали время. И вот. Я случайно удерживаюсь. Вот так вот. Руки подняла, и как-то вот так вот получилось. И вообще я почти не пользуюсь. Это мне не нравится. Оно для каких-то больших частей. И камушком редко очень. Но для вас я буду еще пользоваться. У меня какие-то полоски тут, друзья, есть. Мне кажется, есть. Нет, тут, наверное, ничего. Нет. Ну, так делает эта штука, лицо ровнее. Друзья, я уже все положим вот так вот. Моя тетя, оказывается, заказала такую же, я ей сломанную привезли на доставочек. Так, что там? И, друзья, я уже все, потому что видела. И, друзья, вот я, у меня вот такой порядочек, и сейчас сделаю еще лучше с вами. Друзья, вот как-то так. Нравятся вот такие. Вот такой же зайчик, это белый. Вот такой с морковочкой, с капустой зайчик. Я пока распаковывать не буду. Вот с елочкой зайчик вот такой красивый. И вот тут вот шампанское и что-то написано. И лимончик, апельсинчик, что это. И вот так вот спи, спи. Вот такие у меня наклеечки. И вот как-то дракон. Так, и друзья, подождите одну минутку. Сейчас тут кое-что появится. И вот, друзья, вот листик. И сейчас я кое-что буду делать. Вот делать буду. Вы тоже 100 подов это будете делать. Возьмем, нам понадобится клей, не скотч. Итак, друзья, смотрите, где нам надо намазать. Нам надо намазать вот тут. Вот. Видно вам? Вот. Нам тут надо намазать. Ножом. Теперь это, подождите, дальше ничего не делайте. И сейчас я не знаю, как он еще. Ну, кто понял, как дальше делать, тот и делает. Вот, вот такая вот у вас штука должна получиться. Кто догадался, что мы делаем, ставьте лайк. И дальше нам надо вот так вот ее склеить. Намажем сверху, если вы хотите, ну, чтобы... И, да, снизу или сверху намажем так вот немножко побольше, чтобы приклеить. Дальше, друзья, смотрите, что дальше делаем. Дальше вот это вот, вот тут вот намазываем полоску и вот что у вас должно получиться. Вот лапуточка вот такая небольшая, и сейчас мы должны с вами это вот посмотреть. А мы с вами подождите, конус упал. Одну секунду. Листик достал.
давайте пару дней с вами вместе попытаемся, давайте. Тогда можно туда еще подарочек какой-нибудь и также склеить все подарочек, а положить будет вообще супер. Кому-нибудь я так хотела сделать. Давайте делаем. Кто не запомнил, можно немножко заново вот так посмотреть, как я делаю. Перелистнуть. Я просто YouTube смотрю. Вот, вот так вот сейчас склеить и подарочек положить. Будет супер. Пупер. Супер-пупер. Ля-ля. Я поровнее постараюсь, пожалуй. Поэтому, наверное, не вижу. Склеим. Если вы хотите, конечно. Я напишу бум. По-английски. Это очень вкусно. Бум пишется. Я не знаю, кто там написано, но было написано. Блин, какая выкрывая. Мне кажется, я прикольно рисовала сейчас. И красненького немного добавим. Вот, друзья, у меня какая-то красота. У вас тоже, у вас гораздо лучше, чем у меня, наверное, получилось. И вот, короче, сейчас будем лопать. Так, я, наверное, неправильно держу. Ну, не знаю, мне плохо склеить. Да, друзья, попробуйте, наверное, еще получше сделать на этом видео. Мне придется с вами прощаться. Всем пока!